Разработка белорусской вакцины от коронавируса идет по графику. Для начала необходимо осуществить опытно-промышленное производство. От него ученые ожидают получить положительный эффект. Только после государство будет тратить ресурсы на масштабирование результата. Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 62 районах страны. В списке все области, кроме Могилевской и Витебской. Штраф до 384 рублей. Следить за изменениями можно через интерактивную карту Минлесхоза или приложение МЧС «Помощь рядом». Школьные выпускные для 150 тысяч учащихся пройдут по всей стране 10 июня. Примерно в 20:00 ребятам начнут выдавать дипломы. Затем абитуриенты, учителя и родители продолжат праздник в стенах учреждения образования. Желающие по доброй традиции смогут встретить рассвет. В Могилевской области за сутки утонули 2 человека. Спасатели напоминают, плавать можно только в специально отведенных местах. На оборудованных пляжах при температуре воды не ниже плюс 18 градусов. Стоит соблюдать и правила пользования лодками. Не перегружать, не раскачивать и не прыгать с них. В Бобруйске 10 июня пройдет День трезвости. Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма. Ограничение будет действовать в течение суток, но не распространится на розничную торговлю в объектах общественного питания в Розлив.